Тут серьезно, коллектив. А вон Лоза Субару даже есть, елки-палки. Нивы. Короче, сейчас будет экшен. Ого! Ну я так уже устал и с палатками, и с установкой. Да ты что, тут и вентиляция. 500 рублей и свет. И топор с пилой. А как? А чем ты вот этим тянул? Нет. Нивой. Вот это серьезный аппарат. Сколько сейчас такой мопед стоит? Я не знаю. Продаешь же ты. Я таких не бачу. А ну посчитай, сколько ты собрал по 500 рублей. 1, 2, 3, 4. Все спецучастки будут награждаться отдельно. То есть на каждом спецучастке 1, 2, 3, 1, 2, 3 место. Начинаем мы из этого спецучастка скоростного. Там тут две машины. Значит, сейчас на полдесятого стартуем. Сколько времени, скажите, пожалуйста? 9.08. Вот, полдесятого подъезжайте туда, там будет жеребьевка. Я покажу спецучасток, пройдемся. И брифинг будет на каждом спецучастке. То есть оттуда вы переехали сюда, и я провів, рассказал, что як до чего. В принципе, в двух словах оце так. По лентам, значит, на том спецучастке срыв ленты будет 20 секунд до круга, потому что там хватит. И с колышок сбил, хай будет 30 секунд. Тут на следующих спецучастках расскажу дальше по ходу движения. Пристебаться, не пристебаться. Валер, только шлемы, а пристебаться пожелать. На свой страх и риск. Ну, например, тебе точно ты, надо, Валера. Бокалы пристегнешь. Ну, пристегнутый боится есть. Я ничего не понимаю. Я уже снова пристегнут. Горозащитки, что там? А? Горозащитки, вот там. Я думаю, что тут ребенок вам не надо будет нигде, разве что вот там. Ну, там точно не надо будет. Где вот там? Так, Игоречек, ты заряжен на победу? Скажи прямо. Да не, ну я ж победить приехал. Покажи. Как машина, ты обкатал уже или нет? Для себя, да. Обкатал? Ее обкатал уже, блин, 15 год назад. В Японии. В Японии, да? Да. Ну мотор, по крайней мере, на машину, на мотор. Ну а ты тут уже докатываешь, да? Да, добываю до ручки. 35-е? Да хватит ему с таким. Хватит. А это выхлоп у тебя? Да. А вот? Нет, тут для хайджака. Для хайджака, да? Да, тут для хайджака. Ага, хорошая. Ничего лишнего. Елки, у тебя уже наклеек. Ты утяжелил реально наклейками сильно машину. Добавил килотребли. Надо уже добавлять, наверное. Скоро В12 будешь ставить, да? Да, ну да, наклеек доехать не умеет. Блин, она до сих пор ездит, прикинь. Елки-палки, ей прогулы ставят уже лет 20 на металлобазе. Считание за 11 метров. Ромыч, сколько он тут еще отрезал последний раз? Слышь, уже машина из линолеума почти вся, да? Точно, из линолеума сделана. Ломаться просто нечего. Уже нечему, а линолеум он гнется, он не ломается. Единственное, что если валит дерево, он рулевое, да? А вот же защита. А, не, ну тут, да, вот тут еще будет что-то. Да, тут колесо он повернет и не попадет. Да, это Бобик. Узнать его уже невозможно. Слышишь, двери уже как фольга по толщине. Ну, там, техпаспорт есть уже саморобный сюда кит, и вот тут номер набит под капотом у него. Если да? Да, ему набит. У него техпаспорт есть на этом. Да, он говорил. Но я все помню. Равно, наверное, по асфальту не особо можно даже. Пострекай ручка, блин. Чего? Не, если есть, то... Закрывается. Классно. Все, облегчили максимально. Так, Андрюха пошел за номерами. Range Rover сейчас тоже будет участвовать. Все, участники едут к первому спецучастку. Сегодня все красиво. Спецучастки по очереди. Не все одновременно. Так что увидим все. Ну, шины четкие. Смотрите, тут рычагов управления 6 вижу. Иду. А где номера? А? Где номера? В руках. А он где? А, вон он. Сейчас будет экшен, да, наверное? Злосчастная. Да, и бери. Это вот это она? Да. А, может, это уже были. Да? Да.
Там у нас все и закончено. Да. Так что я тобі ще не показувала відео, як я задом доставала. Блін, тут смотри, вже накопали заїзд, заїзд в лагерь вже такий, не кожен заїде, да? Це ще з весни туди. Угу. Тут лагерь у нас. Да, тут був лагерь. И костер здесь был. Все тут было. Все тут было хорошо. Шикарные места сейчас. А вот там будет оффроуд. Брали дрова. Да. Привет. Так вот на трассу. А куда вы идете? Прямо. Ты заряжен на победу? Нет. Не сильно? Нет. Мы эту саню надряжем и ногу. Не надо, ребята, я знаю. Да. Ну, есть участники, ох, эти места, как я их люблю. Ну, добавилось водички, но тут на скорость, все на виду. А, тут две машины параллельно идут. Первая на скорость. Да, друзья, климат меняется, вот это было озеро вообще когда-то. Вон, видите, обрывы берега. Это все был водоем. Я несколько лет назад еще застал, болото было вот где-то вот в этих местах, где сейчас лужа. Каждый год все меньше и меньше. Так, тут коридор уже общий идет, на две машины старт раздельно. Организатор показывает маршрут. Сейчас начнется. Ну вот серьезный джипер. Да-да, тут все время прямо. Подвезешь? Тут, да, одноместный. А, одноместный? Ну, да. Вставай тогда. Ты будешь сам так посъездить. А я дорогу найду? Да, да, да. Подожди, а тормоза где? Вот все и там. А. В обычный объезд. А ноги куда ставить? Ёлки-палки. Страшно, конечно, но я еду. Так, вот идут участники. Трасса выходит куда-то сюда. Ну такая длинная. Интересный аппарат. Надо только камеру к голове привязать, чтобы можно двумя руками управлять. Потому что на Бэхе и на Гранд-Чероки легче. Ну поедем пока. Еду я на нем. Тут такой мопед апокалипсиса полного. Ну, удобно перемещаться можно с хорошей скоростью. Пройду я тут или нет? Давай. А подожди, там какой-то мужик на дороге стоит. Знаешь, бачу, короче, спецучасток, как РФС, два дня брали. Тут за раз надо все проехать. Это жестко. Что, едем? Блин, сел. Сел я. Кто-то держит меня. Давай, иди, я поеду. На. Давай. Смена состава. Этот сейчас. А подожди, тебе же участвовать. А он в шлеме, ему не страшно. Да, хорошие места. Тут РФСИшных. Полтора спецучастка в этом карьере было.
Валера, слышишь, то, что два дня на РФС брали, тут должен за 10 минут проехать. Или за 5. Да? Ну, наверное. Ты представляешь, что делает? А тут куди? Сюди, туди. Это скоро знак. Это куди? Сюди, туди. Да черт его знает. А ты отстал, да? Чуешь, Вадим, а тут ты сюда и сюда можно. Да. Вы здравствуйте, Валера. Он отжал у меня мопед, говорит, жизнь или мопед. Тут такие ребята. Кто живет в Лисе больше 200, то и моя право взять. Ух ты, блин, как идиот, слышишь? Так он на победу идет. Да, давай, в точку ушел. Красиво. Или він тебе жде? Все, понял. А тоді так само, круг в другому коридорі, вам влаштовано, ви поїхали. А после другого круга, вже коли ви прилетіли, ви просто виїжджаєте і паркуєтесь. Часи, он, дивись, тут часи. Блін, он так на Леніна похож, да, на этой машині? Да? Ленін в октябрі. Подстричь только надо його, да? І бороду, да. Дай мені шльом тоді. Вадим, я ж питав, туризм чи альпінізм? Так а що? Туризм чи альпінізм? Вадим, альпінізм і туризм, я перезати. Вадим, короче, РФС это брало 2 дня. Тут 5 минут дается. Отвешивай. Будем подивиться по трассе. Валера, ты посмотрел там места, где интересные? Все. Там, да? Там тебя ждать, да? Минус 4 квадрика. Слышишь, давай я облегчу чуть-чуть ее, чтобы будет нормально идти. Валера, у тебя нет шансов уже, все. Блин, Ваня, если бы помыл, реально шанс на победу был бы. А вот и бензобак мы нашли, который нам подходит, Витя, в смысле. А с чего это бензобак? Не, что-то с УАЗа, да? А, не, нам надо больше. Нет, а, ну это ступать, горловина теперь, а тут оно все не ее. Другое, да, что? Ну, похоже, типа, отсюда. Угу. Ну, горловина УАЗа, скажем. Как жеребьевка пошла. Точно, как Ленин в октябре. Смотри, так склонился. Он, помнишь, там фотка есть такая? Ты вытащил номер, Андрюх? Шостый мы едут, 20-й, сейчас запишем, потому что потом, блядь, мы сейчас не попутались. Шостый, осё, ты едешь, два УАЗа, пара есть. Что на 890? Вот тут уже люди. Ваня, Ваня, смотри, конструкцию тырят. Кто на 890? Ну, в принципе, немало. А куда ты сдавать? Так а ты куда? Закон 22, да? 12. Давай, Ваня, давай. Эвакуация будет? 15. 15. Який бой? Все, давай, свешивай, сюда стоит. Ты с Вову едешь, с Вовой. Ага. Блин, не видно. То на 890, видно. Да. Так, друзья, первые два участника. Тут начало такое. На вид простое, но непростое. Классическое противостояние Нива против УАЗа. Так, ну УАЗ пока оторвался. Ну, сейчас Нива будет догонять, я думаю. А Нива пока не может догнать. Тут сейчас водичка будет. Проход ходом. Красиво. И сейчас триал.
блин, как он бодро идет. Так, что-то там потерял немножко. Да, что-то протраивает. Не, живая едет. Так, следующий заезд. Поменялись полосами. Нива не выехала. У вас сам поехал. Параллельная гоночка. Интересно. Нет, выехала. Ну, как-то с задержкой, видно, меняли свечи, наверное. Чуть позже выехали. Да, хорошо идет. Нива ползет. Привет! Привет! О, правильно. Что-то устало чуть-чуть. Все, Ром! Я где смогу? Я приеду, да, я заберу. Едет эвакуация. Это серьезный аппарат. Прошел очень уверенно. Так, Нива ожила, проехала 5 метров. Еще 20 сантиметров, ну пока. Не едет нормально мотор.